Победителем в общем зачете регаты стал парусник «Мир». Второе место заняла «Надежда». Третье место у болгарского учебного парусника «Калиакра». В классах «Б», «С» и «Д» абсолютным чемпионом вновь стала российская учебная яхта «Акела», на счету которой 11 побед из 16 в гонках больших парусников. Специальным призом за вклад в развитие добрососедских отношений и международной дружбы был награжден польский парусник «Погорье». Его команда также получила звание самой молодой из принимавших участие в регате. Многим на судне только исполнилось 15 лет. Третий переход из Сочи до Варны стал самым протяженным за время регаты – около 520 морских миль, что равно сумме расстояний, которые парусники прошли в ходе первых двух гонок.